Всем привет! Обжор, макароны и самса. Макароны пустые, без всего. Ничего не хочу, никакого мяса сегодня не хочу. Просто макароны. Макароны из магазина по дороге. А что бы делать? Такова жизнь. Дороги. Сейчас пожрем. Вилку тоже дали. Продали, точнее. Внутри салфетка. Ну ладно, давайте захаваем макароны. Макароны. Я люблю. Макароны, макароны я люблю. Давайте. Пишут всякую хуйню в комментариях. Один тип пишет, блядь. Не к макаронам было сказано. Когда, блядь, ты выложишь, как ты срёшь, блядь. Пиздец, блядь. Тебе что, интересно, как люди срут? Очень вкусно. Люди, они всегда про себя все говорят. Если понаблюдать, что пишут, что говорят. Озвучивают свои внутренние желания, извращенные. Больные люди, хули поделаешь. Принимаем их, какие они есть. Можно поразмышлять, откуда у человека такая травма. Легко можно понять, что макнули его в детстве в говно, наверное. Ну, он это застрял. Как все мы, в принципе. Застреваем в всякой хуйне. Потом пишем в комментариях. Всякую хуйню. Самса. Трояк. Пробудовый трояк. Вкусный трояк. Бля, мы жрать макароны. Хорошо. Кто-то, блядь, звонит, не хочу отвечать. Хочу пожрать. Голодный, как пес. Макарошки зачетные. Пиццу так ничего не взял. Ну ладно. До дома уж как-нибудь. Блин, а? Все валится, макароны валятся. Макароны валятся. Дела направятся. Какой-то настырный звонящий. Очень вкусные макароны, зачетно. Морковочка. Лучок. Маслица. Не стрёмная маслица такая, нормальная. Вкусная. Не пересолённая. Ну, я понимаю, еда. Зачем, говорит, ты снимаешь?
Ты жрешь. Хочу и снимаю, блядь. Каждый волен делать то, что хочет. Кто-то любит срать на камеру, кто-то жрать. Я отношусь к тем, кто любит жрать на камеру. А некоторые, кто пишет комментарии, любят другое. Но... Ну просто зачет. Просто бомба. Бомба топ. Всем доброго дня, я нажрался. Пока.